наш регион. Безналичный расчет, скорость платежей, доступность услуг – это все через простую и такую знакомую систему – казахстанскую почту. Вот только теперь это будет возможно в цифровом формате – онлайн. Мы сейчас разрабатываем ряд программ, которые мы бы хотели предложить совместной реализации. Ну, допустим, вопрос по социальной карте. Вы знаете, мы сейчас как бы уже эту программу реализуем повсеместно в других областях. То есть за счет выдачи социальной карты, конечно, допустим, местная исполнительная власть может полностью контролировать распределение, допустим, всех бюджетных средств, местных средств. Это очень важное направление в вашей работе, кстати, современное. Угу. То есть, допустим, чтобы именно это была адресная социальная помощь тем или иным категориям, это возможно сделать через так называемый автоматизированный учет. Интернет идет повсеместно везде в районах, и мы готовы следом идти и переводить все это, как говорится, на безналичный расчет. В качестве пилота Эрмек Маржакпаев предложил протестировать Атбасарский район. Если программа покажет свою эффективность, то уже в следующем году это станет возможным. При этом аким области подчеркнул необходимость создания на уровне области определенного департамента, чтобы напрямую координировать работу в районах и населенных пунктах. Хорошее начинание, они все будут, безусловно, поддерживаться. Вот. Век такой, век особый. Вот. Век цифровизации, век автоматизации. И очень хорошо, что такими серьезными намерениями вы сегодня пришли к нам. Понятно, по районным центрам. Основа, конечно, это наше село. Вот там надо будет нам поработать. Не голословные вещи были, а именно, что вот то, что меморандум у нас не получился сегодня, пусть получится дорожная карта. Дорожной карте быть, заключил аким области, при этом заметил, что Казпочта ассоциируется со стабильностью, но и зачастую с долгими операциями, и это нужно непременно учесть. В ответ последовало: нам есть над чем работать. Сания Кубжасарова, Бауржан Смагулов, Жамбыл Балтаев, Кокше, Ахпарат.